Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в мир морских баталий. За кадром, ребят, я пофармил, помнишь, мы хотели, да, как бы остров тут развивать начать, то все, пофармил я немножечко, здесь поплавал, вот, я немножечко пофармил ресурсов, вот, немножечко, потому что склад нам надо расширить, ребят, видите, у нас склад на 50 тонн. Уже 63 тонны забито. Вот, я пофармил немножечко пленников. 351 здесь пленник у нас. Немножечко вот ресурсов, как видите, пофармил. Просто поплавал, собирал этих, как его, пиратов. Мы сегодня тем же самым будем продолжать заниматься. Дальше фармить ресурсы. Развиваем, ребята, мы сегодня с тобой склад. Потому что склад нам здесь нужен. Пластин 25 делаем. Склад у нас теперь есть на 500 тонн. Это очень хорошо. Склад улучшить больше нельзя. Вот, потому что склада мне действительно, ребят, здесь очень сильно не хватает. Вот, склад есть, это все есть. Пленники у нас тоже есть. Мы с тобой... следующее, что построим, это, наверное, ребят... Я хочу научиться ТП-хаться между островами. Вроде как это можно, но мне кажется, здесь надо построить маяки. Чтобы построить маяки, нужны пластины, как видите. Вот, пластины, хотя нам, наверное, сначала аванпост, наверное, построить лучше. Вот, также я здесь все буду строить, ребят, потихонечку. Потом трактир мы с тобой построим, док обязательно построим. Вот. Но нужно много пластин, я как понимаю, здесь потом в будущем. Мы с тобой сейчас, наверное... что сделаем? Мы с тобой сделаем вот так, потом мы сделаем вот так и... высадим пленных. Пленных обменяем на очки работы. На 2500. Обменяли. Так, мастерская. И мастерскую сменим на пластины. Мастерская пластин. Да, пластины теперь, чтобы здесь крафтить. И как видите, чтобы скрафтить вот пластины, нужна смола, железо, уголь. Вот, сколько я пластин могу сейчас крафтить? 15 только, да, 14. А чего не хватает? Не хватает угля, ребят. Вот. Ну, можно немножко, пока десяточек можно скрафтить. Десяточек. Начинаем крафтом заниматься, ребят. Пластины 20 штук у нас. Мы следующее, что будем открывать, наверное, аванпост, ребят. Да, наверное, по стандарту откроем аванпост. Нам еще надо... 30 пластин. Что нам, ну, так, уголь, да? Смола и железо. Ну, кстати говоря, железа нам хватит, чтобы скрафтить 100 пластин. 100, да, здесь 50. Короче, уголь нужен, ребят. Уголь, конечно, можно переделать из обломков. Да, можно переделать из обломков. Так, по экипажу что у нас? Угу. Все, пошлите, ребят, пофармим немножечко здесь. Немножечко здесь всяких пофармим. Да, кстати, второй день начался у меня. Второй день события. Нужно, ребят, утопить кораблей Спирит в бескрайнем море. 5 штук. Все спирит какие-то в бескрайнем море. Вот. Нам надо их потопить. Но тогда мне задание засчитается. Можешь, конечно, выйти попробовать в бескрайнем море и потопить эти корабли. Но я не уверен, что мне это получится. Я думаю, часть вообще за кадром, часть ресурсов, ребят... какую-то, да, часть ресурсов надо перекинуть сюда. Вообще здесь тоже бы надо остров тот... Наверное, знаете, я что думаю? Надо нам сплавать туда, на тот остров. И там... остров тоже проапгрейдить, построить маяк, я думаю. Очень много, кстати говоря, торгашей, а что-то пиратов не особо. Я хочу пофармить именно пиратов. Но здесь... не пиратов больше, а именно обычных торгашей. Пират, конечно, здесь есть. Но хотелось бы торгашей. Ой, точнее говоря, наоборот.
С рыбой, да, ребят, все еще проблемы, как бы. Ну, и рыбы я, видимо, до конца этого не увижу тоже. За кадром, когда я фармил пиратов, да, немножечко, я немножечко тоже рыбки там пофармил, но такое себе, ребят. То есть ни хрена я там ничего не пофармил. Знаете, в чем еще выгода у нас? В плане расположения. У нас здесь... вокруг нашего личного острова раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь вот семь. Семь рыбацких деревень, ребят. По кругу прям. Семь, даже здесь восемь, что ли, получается. А, нет, тут еще алтарь. Тут, короче говоря, тут все рядом. Прям деревни эти рыбацкие, прям рядышком. Вот. Они рядышком, то есть с них можно какие-то ресурсики тоже, ребят, получать. Давайте штурманем. Сейчас быстренько пособираем. Так, на что будем собирать-то? Я думаю, на пленников, ребят. Сейчас пленников будем фармить опять. Бесконечное количество. Нам надо много, потому что сейчас будет фармить их. Потому что крафтом я буду заниматься именно на острове. Ну, сдавайся, падла. Охренеть, как долго не сдается-то, смотри. Заниматься я буду этим на острове. Блин, не достаю. А чтобы на острове заниматься, нужно много очков работы, ребят. А чтобы очки работы компенсировать... Чтобы компенсировать, ребят, очки работы, нужно нам... Блин, этого я уже так на штурм не возьму, кстати. Этого мы просто, наверное, потопим, получается. Наверное, да. Сейчас еще один залп дадим. А, мне бы куда-то, знаете, надо куда-то отплыть, куда-то где-то вот сюда, может быть, сюда, наверное, вернуться. Там чуть помельче ребята, блин, что-то по 180 как-то у них экипаж брать на абордаж. Экипажа 180. Такое себе удовольствие. Нам потому что экипажа все время будет не хватать. У нас экипаж будет помирать. Нам надо кого-то поменьше. Хотя этих удобнее мотать. Опыт с них неплохо по 500 падает. Так, сейчас доплывем. Так, матросня вроде у нас есть. О, 1500 голды. Дымовой завес дали. Ух ты. Какой сладенький прям плывет. Посмотри на него. Ты посмотри, какой сладенький плывет. Я, правда, не уверен, что я с него что-то получу. Почувствовал что-то. Ну, прям в грех не забрать, ребят. Он прям сам просится. Он прям сам напросился, ребят. Ну да. На халяву-то, да? 400 ткани. Почему бы и нет? Да, процесс фарминга, конечно, долгий происходит, да, вот это вот все, но...
Оно, ребят, того стоит. Потихонечку будем улучшать остров. Блин, пластин действительно нам надо много. Я думаю, действительно, к следующей серии мы с тобой сплаваем на тот остров, на первый наш. Там, я думаю, скрафтим... Хотя, я не знаю, мне там хватит ресурсов-то. Скрафтить маяк надо. Там. Вот, и какую-то часть ресурсов оттуда я бы, наверное, хотел бы сюда перетащить. Какую-то часть. Но, я думаю, не всю, потому что, ну, во-первых, всю я там не перетащу. На, так, эти матросы, да. Блин, дерево, конечно. У меня там, у меня и так дерево до хрена. Ну ладно, дерева много не бывает, ребят. Так, давайте вот этих попробуем залутать, красавцев. Этих, конечно, может было бы тоже, но у меня народу что-то маловато. 167. Блин, я их не залутаю, 165. Чтобы удачно брать на абордаж, ребят, надо, чтобы у тебя было экипажа больше, желательно на 5-10 человек, больше, чем у соперника. Хотя можно взять с меньшим количеством на абордаж. Мушкетеров мне надо больше еще. Мушкетеры вообще имба, хотя они слабенькие сами по себе, но выносят они хорошо. Так, ну что, ребят, немножечко я поплавал, немножечко пофармил пиратов, чуть-чуть буквально на самом деле. Несколько раз меня затопили, да, и я понял одну вещь. Видите, у всех кораблей здесь по 170, по 190 экипажа. То есть здесь мне на самом деле очень сложно фармить экипаж, именно экипаж, то есть пленников. Пленников мне, ребят, здесь сложно фармить. За счет того, что здесь большое количество у всех экипажа. То есть так-то я их мочу, они идут на дно. То есть ничего такого нету. Вот, но именно если брать на абордаж, ребят, мне здесь сложно в этом районе брать именно на абордаж. Так-то они тонут. Вот, проблема не в этом. И я думаю, то, что мне надо куда-то вот сюда вот сместиться, вниз, на мою стандартную, так сказать, позицию. И здесь именно фармить, фармить именно пленников. Именно там фармить. Вот, потому что там попроще будет. Там хотя бы у них экипаж не такой жирный. Ага. Понятно, меня там еще сбоку при этом приголубили, я понял. Вот, короче говоря, экипаж там не такой жирный, а здесь прям какой-то жирный. Знаете, что я понял? Они какие-то сильные, то есть у них иногда экипаж, у них экипажа меньше, да, чем у меня. Но они вот почему-то сильнее, я не понимаю, почему. Они прям вот видно, что сильнее. Да хорош по мне стрелять, ты что, охренел? Вот, я этого не понял. Видите, как мы долго его бьем? Хотя у нас больше экипажа. То есть, почему так бьет долго, я не понимаю. И это немножечко раздражает. То есть, какая-то хрень в этом плане. Я думаю, знаете, что я, может, даже сделаю? Я нахрен сяду на свой корабль 4-го ранга. Поплыву опять. Вот сюда, вот просто, вот сюда. И вот здесь вот мелкотню, будучи на 4-м ранге, просто пиратов гонять. Потому что я помню, там за 2 часа сколько мы тогда, 200 пленных, да, получили. Вот, 200 пленных мы там получили с тобой за 1 час, получается. Так что я думаю, то туда лучше именно в плане фарма пленных идти, нежели здесь. Здесь, знаете, в плане... Я даже не знаю, в плане чего здесь лучше. Ну, просто... Хотя здесь, блин, я не знаю вообще смысл, вот знаете,
Я не вижу, чтобы особо как-то больше прям... Ну, больше, да, падает ресурсов, ладно. Ресурсов, ребят, плавает больше. Но... Ну, я прям не знаю, да. То есть как-то тяжеловато здесь идет фарм. Хотя вроде бы должно быть попроще. Вот сейчас вот нормально, 29 пленных взяли. Тут, видимо, раз на раз не приходится, что ли. Может, просто... То есть выискивать надо их. Вот, меня просто парочку раз уже потопили. И топили меня, знаете, за счет чего? Не из-за того, что меня перестреливали. Нет, меня перестрелять они не могут. А они именно меня топили за счет того, что я их беру на абордаж. У меня людей больше. Людей больше, но при этом почему-то он абордаж выигрывает. Хотя у него там, блин, никого нету. У него одни матросы, по сути, меня пинают. И это, я считаю, неправильно. Жирные они здесь в плане экипажа. ХП-то хрен с ним. ХП-то у них, я бы не сказал, что прям как-то прям до хрена много. В плане... В плане этого они, конечно, жирные. Вот видите, я им пол ХП уже снес. То есть одним залпом пол ХП. А мне бы его хотелось бы на абордаж взять. Все, пол ХП нету у пацана. Пацан без половинки. Вот еще, пожалуйста. Вот и все, можно сказать, пацан уже на дно идет. Два выстрела. Я могу попробовать его взять на абордаж, ребят. Да, но здесь чревато последствиями. Ну, давайте попробуем. У него перевес в 4 экипажа. Давайте попробуем выбить у него всех. У него матросы, не матросы, а эти вот наемники, что ли, там, или кто у него. Вот эти вот жирные, больно. Вот мы вроде бы выигрываем даже. Может, это рандом здесь чисто какой-то прям присутствует. Вот вроде бы, да, уже все, ему сдаваться надо, он все равно не сдается, ребят. То есть прям до последнего держит. То есть прям до последнего держит, и меня прям даже немножко пугает. Потому что раньше прям чуть только нападаешь, они сразу оп, сдаются и все. Может, конечно, это все зависит от уровня корабля и прочего. В общем, не знаю. Рыбки, ребят, ни хрена нету. Рыбку всю фармят. Вот, не дают мне рыбку фармить. Вот таких вот выискивать, где по 150 у них экипажа. Мне просто надо много пленных, ребят, потому что если я хочу остров развить, мне там много очков работы надо будет. Тут скажешь, да сделай просто в Сурака там, открой эту, как его, мастерскую, да и все, и там просто делай... Просто в Сураку там на лишнем острове у меня скидка, ребят. 30% по ресурсам будет. То есть мне там будет выгоднее крафтить. Вот, мне там будет повыгоднее крафтить, так что... Я бы, наверное, хотел туда. Может, еще, кстати говоря... Может, кстати говоря, еще от сытости зависит. Тоже интересный факт. Интересно, абордаж зависит от сытости. Вот там он тоже сладенький стоит. Вот здесь вот, да, где-то вот здесь вот надо плавать, что ли, тогда. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот уровень сытости 83%. Если я вот на... Этого дядю сейчас нападу. Надо не плавать, надо стоять, блин, и ждать, пока... Нет, не хочет, да? Он не хочет, чтобы я на него нападал. Видите? Я им перекрываю дорожку.
Да, давайте попробуем. У нас на 4 побольше. Опять же, он будет драться до последнего, блин, матроса. Этих быстро вышибаем сразу. Все, у него уже никого не остается. Он все равно продолжает бороться. И вот здесь вот почему-то мы слабее становимся. Не знаю почему, как это... Я не понимаю, как это работает абордаж на самом деле. Вроде вначале я на самом деле думал, что я понимаю, как абордаж работает. Видите, он прям до последнего этого хреначится. Прям до последней секунды. Так, что, у меня 11 тонн, да? Но у меня вообще ни хрена нет, можно сказать. Ой, блин, вот знаете, вот в чем минус? Я уже про это говорил, да, и скажу еще раз. Из-за того, что ивент, я не могу пофармить рыбу. Рыбу я обычно менял, ребят, да, на рыбацких деревнях. Я там менял рыбу, менял у торгашей, да, рыбу, то есть на какие-то ресурсы. И за счет этого ресурс получал. Сейчас, по сути, у меня ресурсов нету. То есть я не могу нафармить ресурсы. То есть я не могу тупо нафармить ресурс, то есть я фармил через рыбу, вы все это прекрасно знаете. Очень много я рыбы фармил. А сейчас, получается, я уже все, не могу, видите, прочность, блин, на 3 единицы слетела, ребят. Нужны балки, парусины, это все надо. Так. И мне, по сути дела, получается 14 дней, пока вот эти все ивенты идут долбанные. Мне в игре делать нечего, ребят. Вот здесь вот где-то надо плавать, я думаю, может даже вот в этом районе плавать. Мне делать нечего, так как рыбки нету, дохода нету. Хорошо он впитал. Так, теперь его надо как-то подловить. Да, как-то его надо подловить. Того тоже можно было подловить. Топятся они прям на ура, вот с этими пушками на этом корабле прям топятся на ура. Но на абордажах, конечно, хрен возьмешь. С пленными, конечно, здесь такие проблемки. Но это сразу сдался почему-то. Вот я и говорю, я не понимаю, как это работает, система. То они сразу сдаются. Давайте вот эту тоже чпокнем. То они сразу сдаются, то ни хрена не сдаются. 192. Я даже думаю, знаете что, у меня же рыба-то есть, кстати говоря, да, у меня же сколько-то рыбы есть, 8 тысяч рыбы есть, ребят. А, в основном Сан-Мартинес и Личный остров. Да, Сан-Мартинес и Личный остров. Можно на Сан-Мартинес сплавать, забрать рыбу, которая у меня там есть, и поплавать ее пообменивать на ресурсы, ребят. Но это за кадром, конечно же. Потому что это жопа. Подожди, в смысле? А где этот? Подожди, а тут же хрен какой-то плавал небольшой. Не понял, подожди. А здесь другой чувак плавал, алло. Это что, подстава какая-то? Здесь другой чувачок плавал-то. Я за ним и выкручивал эту руль.
Непонятно. Жирненький. Почему-то не вижу. Здесь тоже 190. Да, да, везде они жирные по 190. Блин, экипаж везде по 190. У меня, блин, на корабле 176. У них по 190, блин. Там вот рыба есть, но я не доплыву. Можешь, конечно, попробовать вот этого зафармить. Наверное, тоже... Ё-моё, их здесь аж двое. Можешь попробовать его просто потопить, кстати. Вот этого. Давайте попробуем, потонем так потонем. Потонем, ребята, потонем. На абордаж брать не будем. Просто попробуем потопить. 2000 снес. В принципе, можно попробовать взять на абордаж, но я не уверен, что я смогу. Но было бы очень интересно. Я, наверное, не буду рисковать, ребят. Наверное, рискнуть. Ну, давайте рискнем. У нас экипажа на 10 меньше. У нас вообще... Не, или не будем рисковать. Ладно, не будем. Ладно, не будем. Мы его просто потопим. Там рыбка, блин, конечно, это плавает. Вот эти вот медленные бои больших гигантов. Сейчас он потонет, да? Все, давай. Во своясью. Ну я просто 195 экипажа не хочу, ребят. Ну, так, сундук 2300, дерево, пушку дал. Кстати, пушку все равно дал, адмиральскую. Ну, он несложный был, да, я их как бы это разношу. Вот этого можно мелка тоже забрать, попробовать, если он дастся нам. Хотя он быстрый, маневренный, падла. Надо где-то, знаете, где-то их зажимать около этого. 177. Торгаш плывет. А рыбки нет у меня. Ну вот есть 100 рыбки. Можешь попробовать, там уж марки у него есть. Так, что у нас по 137, да, пленников? Мало, ребят, мало, надо больше. Надо, ребят, больше. Сколько у меня? 270. Мне 1000 надо, полторы где-то. Можешь, конечно, на рыбку пообменивать пленников. Железо забираем. Сколько? Сколько можем, столько забираем. Пойдемте попробуем фармануть рыбку. Так, ребят, рыбку-то я зафармил. Немножечко. Но в меня врезались долбанные пираты, и теперь они хотят мести. Одну рыбку я только форманул. Долбанные пираты, ребят, хотят мести. Такие, а, ты в нас врезался, вот этот дебил плыл. У них какая-то, у них какой-то дебилизм какой-то в башке происходит.
То есть, ну, они плавать вообще не умеют. Как бы они такой щеком специально подставляются. То 76 человек, можешь попробовать его взять на абордаж. Забрать себе экипажем. Знаете, я что понял? То, что я себя вот в тех водах... Ну, почему я не могу брать? Почему не могу брать на абордаж? Алло. Что за бред? Я себя в тех водах, вот где мы плавали, там на мелководье, да, вот на этом вот. Я себя там чувствовал намного увереннее и лучше, ребят. А почему я не мог взять на абордаж? Это что за хрень была? А, типа у него не все ХП сбито, а, я понял. Я понял, я не усмотрел этот момент. По поводу ХП. А ХП-то у меня у самого, кстати говоря, тоже уже не осталось. Давай, сдавайся сразу. Не хочет. Второго, видимо, придется, ребят, топить, потому что у меня экипажа просто нет уже. Вот один абордаж получается, и все, у меня экипажа нету нахрен. А почему они так долго сражаются здесь? Типа такие жирные, типа такие крутые, че, в чем прикол? Я вот этого немножечко не понимаю, ребят. На начальных уровнях более быстрее сдавались. А тут прям держится, аж прям до последнего. Как немножко это, ну, выглядит все как-то это. Знаете, даже неохота сюда плавать на эти высокоранговые уровни. Чисто из-за этого. Из-за того, что лут-то не особо прям больше с них, а проблем больше. Проблем больше, лута меньше. И всю рыбку, блин, мою фармят, козлы, блин. Не могу ресурсы все нормально обменять за рыбку. Приходит всякой хренью страдать. В виде фармы пиратов и прочего говна. Так вот и живем. Ой, да. Что-то я уставать, наверное, начал уже от игры. Надо, наверное, делать перерыв. Потому что бесконечно лутать тоже нельзя. Да бляха ты, мух, ты чё? Конечно, лутать, ребят, тоже нельзя, надо от всего отдыхать. Чтобы было нормально. Вот я, кстати говоря, вот этих пиратов вообще не трогал. У меня не было смысла их трогать. То есть какой-то цели у меня их трогать не было. Он сам на меня, сами в меня врезались, короче. И теперь что-то еще, как бы, это, претензии какие-то. Парусина, сундук. Рыбок нету. Рыбки у меня там есть, надо обменять на 1000 марок. Вот этого можно покрутить, попробовать. 154 пирата. Пленника у меня. Блин. Все, его можно на абордаж брать, но чтобы его взять, ребят, на абордаж, сами, да, понимаете?
Нужно к нему еще как-то подойти. Блин, вот знаете, прям вот реально хочу, чтобы побыстрее этот дебильный ивент с рыбой закончился. Ну, потому что рыбы вообще нету. Блин, мне рыба нужна. Обменивать на ресурсы. Ее нету ни хрена. Вот это прям, мне прям, вот, я не знаю, меня прям реально это бесит. То никому нахрен эта рыба вообще не нужна была. Этой рыбы тоннами было везде. Тоннами просто лунки, никто эти не фармил. А тут нате, блядь, налетели. Прям раздражает аж. Мой доход взяли, срезали. Давай, блядь, вот как вот он сопротивляется, да, за счет чего? У меня два отряда стрелков, правда, один коцанный, да, уже. То есть как мы, почему их долго так убиваем? Что у них там за отряды? Трындец. Прям до последнего бьется. Я хренею. Прям реально бьется до последнего матроса нахрен. 171, ребят. 171 матрос. Нет, это пленник. Че по рыбе? 160. Что-то есть немножечко. Все, ребят, домой. Да, вот такая вот серия получилась. Что-то не вижу я здесь перспективы особо фармить. Я уже говорил, что надо делать. Садиться на корабль 4 ранга, ребят, и плыть вот сюда. И вот здесь мелких пиратов всех херачить. И намного больше получишь. Хотя, по-моему, знаете, я вот так приблизительно так на глаз примеряю сейчас. Вот сколько я играю. Сколько пленников, да, у меня тут. Я примеряю примерно на глаз, и примерно те же самые 200, получается, пленников в час. То же самое, ребят. Особо я разницы не вижу. Только вот здесь ты их без проблем фармишь, а здесь тебе надо попотеть. Да, придется плыть далеко, ребят. Да, не спорю, чтобы их отвезти туда, на тот остров. Но зато, блин, без проблем там фармишь. Они вот эти вот дылды, которые плавают по 190 человек. Тут, конечно, проблема. Да стой ты, хрен моржовый, хрен догонишь еще тебя. Уплывает куда-то. Почему нет какой-то, знаете, кнопки, чтобы там, не знаю, нажать, типа, ему показать, что, типа, тормозни, шеф, там, это. Чтобы он тормозил. Не хватает такой кнопки. Пленников, да, может кто-то скажет на рыбку обменять, но, ребят, пленников-то я могу нафармить, лучше на ресурсы какие-то более полезные обменивать. Пойдемте вон до тут, доплывем до этого. До острова. Посмотрим, что там есть. Если там вообще что-то есть. Потому что там может вообще ничего не быть. Но может там экипаж немножечко, матросов хотя бы купить. Очень медленно плывем, это печально. Так, ну что, ребята, подплываю я к дому. Доплыл. С перегрузом, кстати, плывем. Минус 6,6. Очень долго плыл. Там что-то немножко, там еще что-то, я, по-моему, что-то форманул. Вот. Такие дела. Доплыл. Как-то не знаю. Что-то я как-то немножко расстроен, что ли. Вот. Что я там хотел следующий-то ванпост, да, построить? Надо пластины. Сколько я пластин-то могу? А нисколько я не могу, мне не хватает... уголь. Нам нужен уголь, ребят. Нам нужен уголь. А уголь у меня есть, но он есть... 8000 угля, порт Сан-Мартинес. То есть до Сан-Мартинеса надо плыть за углем, охренеть. Либо здесь фармить. Да, с развитием базы пока придется повременить, ребят, да. Да, надо, кстати, отремонтировать, да. Корабль, а то я тут тонул в этой серии.
Вот. В следующей серии, что мы будем делать? Мы с тобой, наверное, пойдем выполнять праздник день второй, утопить корабли и Sea Spirit в бескрайнем море, 5 штук надо. Мы, наверное, с тобой пойдем вот сюда вот, сплаваем через западный бастион. Сплаваем там, попробуем эти спириты потопить, потому что за них дают, ребят, по-моему, 25. Опять же, за каждое задание, по-моему, там дают по 25 рыбок. Вот, и мы хотя бы рыбок сколько-то с тобой заберем. Вот, потом эти рыбки мне надо будет себе обменять на марки. Вот, и да, чтобы марок было много. Соберу марки и, короче, обменяю. Чтобы было много марок. Пленников немножко, да, у меня есть тут теперь. Это хорошо. Ну так, потихонечку заполняю что-то трюм. Это какой не трюм. Ну, сложновато здесь, кстати говоря. Вот в плане, блин, все жирные такие эти плавают. А толку-то от них, в принципе, не особо. Вот здесь я вот когда плавал снизу, было намного проще, ребят. Прям вот как-то чувствуется, что намного проще. И не знаю, доволен ли я тем, что я сюда выехал. Ну, остров все равно надо себе развить, ребят. Я поставил себе такую цель. Разовьем остров, посмотрим. Вот. Надо сплавать. Может сплавать туда, до этого, до своего, этого острова. И здесь сделать. Блин, железо опять железом, ребят. Проблемы. Железа опять нет ни хрена толком. Вот, ладно, это я уже буду разбираться в следующей серии. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.